Всем привет! Сегодня у меня будет видео о бюджетных покупках из фикс-прайса. Купила я там вот такой набор для рассады кассета с торфяными таблетками. 12 таблеток. Ни разу до этого я не пользовалась вот именно такими таблеточками. Решила попробовать. Многие хвалят. Удобно, говорят, и места много не занимают. Взяла форму для выпекания, такого небольшого размера, силиконовая. У меня много есть других форм, и побольше, и поменьше, но вот мне нужно было примерно такого размера. Взяла для выпечки. Довольно-таки такой тонковатый силикон, ребристое дно. Посмотрим, какой пирожок у меня получится вот в этой форме. Еще ни разу не пользовалась. Взяла вот такой сок гранатовый. Большая литровая бутылка. Хочу сказать, что очень вкусный сок, неожиданно вкусный. Всем у меня дома очень понравился, и несмотря на такую низкую стоимость этого сока, он очень хорошего качества. В составе гранатовый сок и, по-моему, сейчас посмотрим, так, гранатовый концентрированный сок и сахар. Вот и, собственно говоря, все. Действительно вкусный, насыщенный. Взяла две бутылки, одну выпили просто вообще махом. Очень вкусный. Купила в фикс-прайсе вот такие торфяные горшочки для выращивания рассады и укоренения саженцев. Их в наборе 10 штук, и 2 штуки идет бесплатно. Вот собираюсь огородом начать заниматься скоро. Хочу сюда посадить рассаду. И вот мне понравилось то, что очень удобно. Не нужно потом никуда... Так вот они выглядят. Никуда из горшочков их девать. И, ну, ее рассаду я имею в виду. А сажать можно в грядку прямо с горшочком. Также для сада-огорода купила ткань для мульчирования. Вот так вот хочу сделать со своей клубникой, со своими грядочками, чтобы сорняки не росли. Здесь, правда, не очень она большая, всего лишь 1,5 на 1,5 метра. И, по-моему, она довольно-таки тонкая, вот эта вот ткань. Поэтому взяла только одну. Сначала хотела взять две, но решила, что нет, наверное, достаточно одной. Посмотрю, как она понравится мне. Потом по весне не понравится. Такую взяла. Еще взяла вот такая подставка. Очень, а мне понравилось, раньше я ее не видела. Это подставка для микроволновой печи. С такими ручками. Сейчас покажу, что, для чего она нужна. Вот написано: подставка для микроволновой печи. Размер 20, диаметр 23 сантиметра, 3 в одном. Вот смотрите, что можно делать. Можно использовать как поднос, удобно с ручками. Дальше можно в микроволновку ставить, греться сразу две тарелки. Опять же, очень удобно. Можно использовать как крышку на тарелку. Вот так будет все это дело выглядеть. Сказано, с универсальной подставкой вы экономите свое время и разогреваете сразу две тарелки с едой. Легко можно вынуть посуду из микроволновой печи, не используя полотенцев и рукавиц. И также можно использовать в качестве крышки после разогрева. Удобная, мне кажется, штука. Еще, естественно, не пользовалась ей. Ручки пластмассовые. Но это все пластмасса. Такая крышка. Ребенок взял набор скотчей на
вставки, 4 штуки в наборе, разноцветные. Там внутри скотч. И вот здесь вот, ну, как бы зубчики для отрывания его. В принципе, удобная вещичка. Я, конечно, не знаю, зачем так много, а не нам, во всяком случае. Но раз набор есть набор, я думаю, что все равно пригодятся. Взяла оливковое масло, маленький бутылек. Произведено, кстати, сказано в Италии. Да, в Италии вот написано, что меня порадовало. А то хотела взять клубнику консервированную, но было написано, что сделано в Китае. Меня это очень удивило. Что-то я поставила назад, не стала брать. Взяла томаты вместо клубники. Томаты черри в собственном соку. Сделано у нас в России. Небольшая баночка. Попробуем. Мне кажется, должны быть вкусные. Выглядят они, во всяком случае, аппетитно. Еще купила соль для ванны с морскими водорослями. Впервые у нас появилась вот такая фирма Sea and Spa. Производство, кстати, Санкт-Петербург. Вот значок «Северная жемчужина». Там были разные варианты. Было с эфирными маслами, значит, вот с морскими водорослями. И еще, по-моему, с микроэлементами. Я взяла с морскими водорослями. Хочу сказать, что состав написано, что хороший. Нет никаких ароматизаторов, добавок, парфюмерных композиций. Вот, можно прочитать, если видно. Не знаю, за счет чего она зеленая. Может, как раз из-за водорослей. В принципе, я поэтому и взяла, потому что хороший состав, большая упаковка 1000 грамм. Попробуем. И купила вот такое манго, консервированные дольки в сиропе. Сделано в Таиланде. Кстати говоря, не как клубника в Китае. Взяла на попробовать. И еще купила вот такие формы для выпечки. Для кексов и маффинов. Взяла 3 упаковочки, в каждой по 4 штучки. Разные были цвета. Вот я выбрала вот такие 3. Еще хотела показать красоту из фикс прайса. Это, правда, не мы купили, это нам подарили. Вот, посмотрите, какая красота. Это фонарик. Ночничок, который горит разными цветами. Вот я его собрала, чтобы было видно. Видите, вот здесь сразу 2 можно включить. Вот, например, зеленый и красный. Конечно, на камере не очень это красиво видно, но в натуре очень красиво, особенно в темноте. Батарейки, естественно, в комплект не входили. И тут 3 пальчиковые батарейки. Это мы уже отдельно сами вставили. И кнопочка, которая переключает режимы. Можно включить однотонные, можно включить разные цвета. Вот я переключила. У меня сейчас... сейчас просто выключился. Вот включил такой сиреневый цвет. Выключается. Потом голубой. Вот двойной тоже голубой. Вернее, сиреневый и зеленый. Можно однотонные тут потом включать. 3 цвета вот появилось. Ну, вообще, очень красиво, конечно. Вот. Такая красотища. Ну и на этой приятной ноте я заканчиваю свое видео. Спасибо всем за внимание и до новых встреч!